Доброе утро, друзья. Рассвет. А это вид с нашего балкона. Вдали море, слева горы. Красота. Красота, которой мы будем наслаждаться на отдыхе каждый день. Рассвет. И мы сейчас поспешим к морю. Говорят, здесь изумительный восход солнца. Ну, посмотрите, как чудесно вокруг. Дорогие друзья, не забываем, что вы находитесь на канале «Мои садовые романсы», а значит, в моих роликах о моем отдыхе я обязательно расскажу о растениях, знакомых и незнакомых, красивых очень. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем рада. А сейчас любуемся восходом солнца. А впереди нас ждет в лучах восходящего солнца прогулка по территории отеля и загадка об экзотическом растении. Аллейка, вот эти красивые цветы, вон там сирень, а вон там, посмотри, посмотри, вон там. Ничего такого сложного, да? Вот это вообще домашние. Угу. Как вазоны. Остыки растут. Угу. Вот у меня агава вот это растет. Кактус. Вот это агава у меня растет. Это маленькая. А вот вам, друзья, загадка. Что это за цветущее дерево? А может, не дерево? А я готовлю для вас, друзья, ролик об этом цветущем растении, которое многим знакомо, и мне тоже, но у него получилось меня удивить. А если вам понравилось мое видео, то поставьте лайк, напишите комментарий, напишите ответ на мою загадку. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего вам доброго, пока-пока, до новых встреч!